кто рискует заболеть раком кожи. Чтобы это выяснить, казахстанские онкологи запускают новое мобильное приложение SkinScan. Специальная программа не только поможет проанализировать, к примеру, фотографию родинки, но и выдаст заключение, может ли она переродиться в меланому. На научной конференции в Алматы медики из Италии, России, Турции и Испании заявили, рак кожи выходит на лидирующие позиции. И несмотря на сравнительно легкую диагностику, во всем мире заболеваемость и смертность от этого вида болезни ежегодно растет. Если мобильная программа определит степень риска как высокую, пользователю рекомендуется срочно посетить врача. Также SkinScan станет своеобразным хранилищем фотографий пациента, которые помогут онкологу в случае необходимости наблюдать по ним заболевания в прогрессии. Skin – это кожа, scan – это сканировать. От этого слова происходит название мобильного приложения, которое может использовать любой человек, у которого есть iPhone или любой смартфон. На ранней стадии, во-первых, свои факторы риска определить, склонен ли он к заболеванию меланомой, какие у него личные есть факторы риска. Там есть несколько функций, еще есть карта, на которой есть адреса онкологов и клиник, куда они могут обратиться.